Дорогие друзья, ребята, мы с вами находимся в замечательном месте, в центре Кустно-Сталинного памятника первым комсомольцам. Я должен вам сказать, что Союз молодежи в Кустно-Сталином был образован задолго до рождения комсомола, еще в 1917 году. И первый съезд губернских союзов молодежи проходил не где-нибудь, а в Кустно-Сталином. Вот этот памятник нам дорог тем, что здесь лежат похоронены одни из первых наших комсомольцев. Они тогда не назывались комсомольцами, они были просто ребятами молодыми, членами Союза участкового Союза молодежи. Этот памятник был открыт в июле 1967 года, когда Союзу комсомола исполнилось 50 лет участковому Союзу. По инициативе первого секретаря комсомола Улисова Владимира Николаевича. Тогда в горкоме комсомоле вторым секретарем был Кузин Геннадий Иванович, Шишкин Анатолий Николаевич был завхоз отдела. Я тогда работал инструктором там. Мне пришлось по 30 тоже принимать участие в строительстве памятника и его открытии. Даже вот такой факт я вам приведу. Когда по лимиту ЦК комсомола нам в горком комсомола прислали автомобиль «Москвич», как одну из лучших комсомольских организаций страны. Остатку шофера дали только с Нового года. Право были только у меня, и мне пришлось вот на нем полгода ездить. Я ездил за Михаилом Егоркиным в Иваново. Он уже был пенсионер, старый человек, друг тех, кто здесь похоронен. И он открывал этот памятник, когда он был с вечным огнем. И потом я его возил. И вот до сих пор комсомол всегда был самым передовым. На всех комсомольских конференциях областных, а у нас в области 15 районов, 3 района во Владимире, и всегда после доклада первого секретаря комсомола первым принял выступал представитель Кустно-Сталинного. Так что традиции у нашего города комсомольские очень хорошие. И Кустно-Сталинный, как в свое время Михаил Иванович Калинин сказал, не зря отметился в истории нашей партии, как одной из старейших и первых неофициализма. Так что это относится и к нашему комсомолу. Это старейшие комсомольские
гнездо Российской Федерации. Я от души поздравляю ветеранов комсомола с праздником. Желаю им еще лет 15-20 ходить на этот праздник регулярно. И вас, поступающих в комсомол, желаю вам одного, чтобы вы всегда бодры, светлы и жили в надежде на лучшее. Никогда не унывали. Слово предоставляется Кабановой Оксане Николаевне, заместителю главы города. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, ветераны комсомола. Праздником вас. Добрый день, дорогие ребята. Очень приятно, что вы сегодня присоединяетесь к этой акции. Вспоминаем о тех ребятах молодых, которые строили нашу страну, которые защищали ее во все времена, которые не жалели своей жизни, трудились, выживали и знали, что делают они на благо своей жизни, на благо России. И что такое комсомол? В первую очередь, это жизненные кадры. Вот вы посмотрите, из комсомола вышли люди, талантливые, вышли люди инициативные. Они руководили страной, нашей областью, нашим городом, нашим районом. И правильно сегодня показывать о том, что очень многие выходцы из города Лисбестанова представляли Владимирскую область. Я хочу вам, дорогие ветераны, пожелать неиссякаемой энергии, молодого задора, доброго здоровья и еще долгие-долгие годы оставаться в стране. А вам, уважаемые ребята, я хочу пожелать, чтобы вы с честью и с гордостью несли звание комсомольцы и гордились своей страной. Будьте счастливы, наши великие власти. Праздником! Спасибо, Оксана Николаевна. Сегодня к нам приехали учащиеся Григорьевской школы, среди них уже принятые комсомольцы. И мне хотелось предоставить слово от комсомольской организации, учащимся 11 класса Смирнову Дмитрию. Сегодня прошел ровный год после того, как я вступил в комсомол. Это наложило на меня особую комсомольскую ответственность. И после того, как я вступил в комсомол, моя жизнь поменялась. Я духовно вырос по сравнению с тем периодом времени, когда я еще был не в комсомоле. А вместе с моими товарищами комсомольцами, мы с моими комсомольцами были в комсомоле. Заботимся о памятнике Героя Советского Союза, Степана Кирилловича. И мне хотелось бы поздравить вновь вступивших комсомольцев, да, и пожелать им комсомольского задора, ответственности комсомольства, успехов в учебе и вырасти достойно члены комсомола. С праздником! Днем рождения комсомола! Спасибо! Спасибо, Дмитрий! Слово предоставляется ветерану комсомола Антонову Юрию Григорьевичу. Вся жизнь связана с комсомолом. Я родился 5 мая 1938 года. И что примечательно, я получил после 7 класса комсомольский билет на кордоне, так называемый, где мы играли в лотто. И в это время ехал на велосипеде инструктор Выксинского райкома партии комсомола. И он увидел меня и говорит: «Юрий, ты Антонов?» «Да, я Антонов. У меня билет твой, только расписаться надо». И мы нашли способ у лесника там, и я расписался. С этих пор моя жизнь была связана с комсомолом. Я в восьмой класс пошел вместе с отцом за 25 километров, так называемая чиполейка. И с
стал комсоргом, такая должность была. И за хорошую работу я был избран в комсомольскую конференцию Выцинского райкома комсомола. И когда я окончил, то поступил в техническое училище города Выцы номер один по специальности электромеханик сельской электрификации и радификации. И также был избран комсоргом группы. И окончив училище, через два года приехали из Самары, из Куйбышева, так как у нас не было направлений, приехала такая деятельная девушка и рассказала, что набирается группа монтажников, тяговок под станцией и контактной сети. Но мы подошумились и согласились 44 человека поехать в Самару. Сейчас там город называется. Но приехав, мы называли монтаж Сарага и так далее, но никаких комсомольских организаций там не было. И мне пришлось добиваться открытия комсомольской организации в этом монтажном поезде номер 702. И, будучи Московской Рязанской железной дороги электрификации в городе Луховицы, я добился, что комсомольская организация существовала, и мне, как хорошему настоящему комсомольцу, предоставили возможность поехать на 40-летие комсомола. И после я встречал многих, будучи в армии, а я служил на Северном флоте в городе Североморске в судоремонтной мастерской. И пришлось встречаться там с ребятами, комсомольцами. Ну, монтажники, они все в облот были записаны. И, будучи секретарем, они меня знали прекрасно. И после этого, но я был избран делегатом Северного комсомольской организации Северного флота. И мы там договорились с комсомольцами, с секретарями, чтобы открыли школу для поступления в институт. Так как 4 года служить было, мы уже все позабыли, кто 7 лет назад кончил, кто больше. И на одном из кораблей сделали школу вечернюю, где нам преподавали жены офицеров. И в институт давали только направление, когда из института придет направление. И только в отпуск отправляли. Ну, мы успешно
успешно закончили эту школу, я поступил в Муромский педагогический институт, потому что он был рядом с моей родиной. И я уже был член партии в 1961 году, в партии вступил в ряды КПСС. И будучи в группе, я был избран комсоргом и затем секретарем факультетского бюро факультета секретарем комсомольской организации. И будучи отличником, я и жена Клара Ивановна Антонова, которая всю жизнь проработала в 16-й школе, она, к сожалению, ушла 2 года назад, да, в небеса. И мы назначили меня директором школы, пятой школы, где я создал комсомольскую организацию и первым секретарем комсомольской организации был Куликов Олег. Сейчас он комиссар района и военный комиссар района и города. Да, сейчас он Олег Евгеньевич. Да. Если бы не приятно, что сегодня мы вручаем комсомольские билеты, вновь приняли комсомольцы. В ряды Ленинского комсомола вручается комсомольский билет Соловьёвой Валерии, участнице Ленинградской школы. А право вручить комсомольский билет предоставляется ветерану комсомольной партии Чудакову Юрию Александровичу. Я вас, наверное, позову сегодня в примене к такому юбилею и отчеству. Я думаю, вы по жизни пройдете с этим юбилеем, с этим отчеством. Я желаю вам успеха в жизни, роста и хорошего девочка, я это вижу. И спасибо вашему руководству, школе, Николаю Федоровичу, что они вас смогли поднять на такой уровень и пришли к нам. Я в это верю. И желаю вам успеха в учебе, в окончании учебного года и дальнейшего роста в вашей жизни. Будьте здоровы и ваши родители, и вы себе такую девочку. Вручается комсомольский билет Смирновой Екатерине, участнице Григорьевской школы, а право вручить предоставляется Орловой Марине, члену ЛКСМ, участнице школы №1 города. А право вручить комсомольский билет предоставляется Олегнову Вадиму,
члену ЛКДР, учащимся в колледже номер 47. Членов ЛКСМ, учащимся в художественной школе.
Поздравляю тебя с такой знаменитой датой. Ровно год назад мы тоже учили, были мне очень понравились, мне соответствуют, мы уже не можем идти по новому. Поздравляю. Столетия. Самого в том году
между прочим, в Кижайском районе на той неделе отмечали тоже столетие, там чуть попозже образовался комсомол. И хочу рассказать немножечко об истории. Мы знаем, что у комсомола есть 6 орденов. Ордена были получены. Первый орден Красного Знамени, да? Три ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени. Но я бы хотел остановиться на ордене Ленина, который был получен в 1945 году. Я прочитаю, как он назывался. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии. За большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству. И хочу сказать, что в следующем году мы будем отмечать 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. И хочу зачитать стихотворение Аркадия Кулешова, это поэт-фронтовик. Я думаю, здесь вместо тысячи слов будет все понятно, что такое комсомол, для чего он нужен, и что обязательно он должен существовать. И очень приятно, что все кустами он развивается. Юноша прямо стоит на допросе, молча стоит. Ни слова в ответ. Немец-жандарм докурил папиросу и подает комсомольский билет. Вот и билет твой, и я предлагаю, ты откажись, отрекись от него. Жизнь сохранить я тебе обещаю, жизнь, что на свете дороже всего. Что в нем хорошего? Книжка и боль. Книжку сожги, и допросу конец. Нет, не сожгу, отвечал комсомолец, сердце прислушай, сожжет, если нет. Жечь не согласен? Ты в этом уверен? Брось тогда в прорубь своей рукой. Нет, я и прорубь бросать не намерен. Пусть лучше сам я умру под водой. Ладно, по-твоему будет. На этом длинный и нужный окончен допрос. Немцы бойца с комсомольским билетом посолы гонят на лютый мороз. Там, облитый водой ледяной, к сердцу билет своей рукой прижал. Словно билет под холодной водой жаркому сердцу остыть не давал. Так он стоял, извиваясь под карту, долго по телу струилась вода, так и остался стоять он у хаты, словно вылитый весь изо льда, так и стоит, как живой перед нами, правой рукой прижимая билет. Он не расстанется больше с друзьями и простоит еще тысячу лет, но не корой ледяной покрытый, но не облитый водой ледяной, вылет из бронзы и солнцем облитый, будет он вечно стоять над землей. Спасибо. Я думаю, вот эти строки, они говорят о многом. Говорят о том, что подвиг, мужество и самоотверженность, которые были во время Великой Отечественной войны, и десятки, сотни тысяч комсомольцев, это стало прочным фундаментом победы над фашистской Германией. Именно многих комсомольцев долгом навечно вписаны в аналу нашей истории, истории страны победы. Я хочу поздравить вас и пожелать вам всего самого хорошего и самые теплые слова, несмотря на сегодняшнюю погоду. Я думаю, все у вас будет хорошо, потому будет развиваться. Спасибо большое за сегодняшнее мероприятие. Дорогие, уважаемые ребята, хочется вас поздравить еще раз от имени обкома партии, обкома комсомола, райкома партии, знаменательные сейчас события, это 101-й годовщина со дня рождения комсомола. Хочется вам пожелать и сказать, что комсомол, он всегда был и будет воспитателем нашей молодежи. Хотелось бы вам пожелать успехов и а также хотелось бы сказать, что вы продолжите традиции старшего поколения. Хотелось пожелать вам успехов и думаю, что вы наверняка будете также продолжать традиции и выполнять заветные заключения. Учиться, учиться и все равно учиться. Thank you.
55 лет старше. Служил в одной 55-х, имею сотни прыжков с парашютом. Я прям как старик, о чем вам скажу. Я работал в секретаре парткома Володарского школьного завода. 30 лет был членом парткома, членом бюро документации. Вот сегодня, в принципе, были недели Карпата, но все равно есть какое-то определенное волнение. Я вот Анастасия сейчас обучил билет, пожелаю ей доброго здоровья, успехов, жизни, самое главное, удачи. Вот. Чтобы она соответствовала тебе всю жизнь. Дай Бог тебе здоровья. Вот. А все времена. Спасибо. Наших первых героев комсомольцев города возложить